Началось все с Краснодарского края. Как объявил местный губернатор, с 1 июля 2021 года туристы, непривитые от COVID-19 или не имеющие на руках справки, подтверждающие отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, не смогут заселиться ни в один отель, пансионат или санаторий. Причем тест должен быть свежим. Его нужно сделать максимум за 72 часа до заезда. Людям с медотводом от вакцинации иметь отрицательный ПЦР-тест тоже обязательно. Судя по тому, как часто, да, у нас и как рьяно у нас меняются условия въездов, выездов, может что-то измениться. Может быть, сейчас 2 недели побудут такие условия потом, а может и нет. К примеру, Кубани последовали власти Карелии. Здесь без ПЦР-теста или прививочного сертификата в гостиницу будет не попасть с 15 июля. Мало того, развлекательные мероприятия в краю Тысячи озер запрещены, а посещаемость кинотеатров, театров и музеев ограничена. Практически такая же ситуация на Байкале и в Крыму. Допуск к культурным объектам тоже лимитирован. Небывалый спрос сейчас на курорты Калининградской области. Кубанских ограничений в Янтарном крае пока не введено. Как и в Абхазии, там условия въезда на курорты пока более либеральные. А у них как не было требований по ПЦР-тестам, по прививкам так и нету. Спокойно, летим. Радостной новостью для туристов стало возобновление авиасообщения с Турцией, ведь эта страна наиболее привычна русским отдыхающим как по менталитету, так и по другим показателям. Бюджет, географическая близость, клубный отдых, все включено, высокий уровень сервиса. Помимо Турции, сегодня доступны и другие направления. Буквально с 28 числа полетели регулярные рейсы на Кипр. Вот, но у операторов не так много предложений. Остается с удобными прямыми перелетами. Это Куба. Из нюансов необходимо сдать тест до вылета туда. И, что самое главное, по прилету в аэропорт там тоже нужно сдавать тест. Вот. Мексика довольно-таки на хороших условиях. До вылета ничего сдавать не надо, и по прилету туда сдавать ничего не надо. Ситуация меняется чуть ли не ежедневно, отмечают турагенты. И где введут обязательные справки о вакцинации, а где отменят? Откроют ли европейские страны для туристов или нет? Спрогнозировать пока достаточно сложно. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».